Мы едем к китайцу, чтобы, чтобы поменять чехол. Ну да, поменять доски. Да. А, и опусти ту доску, Евсееву, да? Да. Свежую. Да. Наша задача усложнилась. А мы едем, нам отдадут вторую машину, что-то у нас под колеса там. О-го-го. А ты умеешь ездить на механике? Праворукой? Да. Никогда не ездил. Ты никогда не ездил на праворукой машине на механике. Сейчас будешь учиться. Вот так вот. Ильич и Олег занимаются квестом на Маврикии уже второй день. Второй день. Второй день выходной. Да, смотрите, тут у нас обезьяны живут. Кстати, почему здесь нет обезьян? Есть там они наверху? Да? Да. Видел? Я слышал их. Лучше бы я их не видел. Они что? Наверху они должны были быть. Они очень дикие. Попрошайничают? Я думаю, там есть у кого попрошайничать. Блин, какой пиздатый вид.